Мир вам, братья и сестры! Слава нашему Господу! Мы находимся в доме молитвы. Почему я говорю «слава Господу»? Потому что действительно в моей жизни был такой момент, когда Господь научил меня славить за те дни, когда я нахожусь в доме молитвы. Когда у нас были события там на моей родине, то попасть в дом молитвы было невозможно порой. Но чтобы попасть, я узнал в одном месте, пять человек верующих собрались, Нужно было риской жизнью пройти этот отрезок, как говорится, дистанцию, но ну, чтобы прийти туда. Мы сегодня также сталкиваемся с различными болезнями. И многие братья и сестры оценили, когда не были в доме молитвы, но выздоровели и пришли опять в дом молитвы поклониться Господу. И это действительно ценно. И хочется сказать, слава Богу. Я хотел бы поделиться отрывком из послания апостола, Павла, апостола Иакова. С пятой главы мы прочитаем седьмого стиха. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста. Послание Иакова, пятая глава. Седьмой, седьмого стиха будем читать и ниже. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, возьмите братья мои, пророков, которые говорят имени, говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Ива и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Беды и горести – неотъемлемая часть нашей жизни в этом падшем греховном мире. Еще в древности Иов заметил, он сравнил и сказал такие слова, человек рождается на страдания. И он сравнил, как искры, чтобы устремиться вверх. О скорби говорил Иисус Христос, Иоанна Иоанна, в 16 главе 33 стих мы читаем, в мире будете иметь скорбь. Но там дальше стоит слово ⁇ но ⁇ мужайтесь, я победил мир. В этих словах нет а, а, ну, обрывистости, есть продолжение. «Но мужайтесь, я победил мир», – об этом сказал Иисус Христос. Апостол Павел также новообращенных увещевал, когда проходил опять церкви, утверждая веру их, говорил э, такие утешительные слова. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». То есть он предупреждал, что, что это не будет что-то, для нас, как говорится, странным. Скорби и переживания ждут нас на этом пути, когда мы идем за Господом. И это честное Евангелие. Я вспоминаю, как-то один мой друг еще в 90-х годах, 2000-х годах, когда церкви открывались там на Украине, он говорит, было тяжелое такое переживание на сердце. Зашел, новый дом молитвы какой-то открылся, и там, говорит, проповедуется вроде бы о Евангелии, ну, такое благополучие, процветание. Я, говорит, вышел и начал о своей жизни думать, а у меня что-то так не происходит. Асав в 72-м псалме, он также делится и говорит, «Я позавидовал в виде благодействия нечестивых, и мне страданий до смерти не подвергаются ударам. И думал, как бы уразуметь это, но это трудно в глазах моих. Доколе не вошел во святилище и не уразумел конца их. Уразуметь и знать, почему в нашей жизни приходят такие моменты, эти скорбные дни, страдания, переживания. Апостол Аков делится и говорит, дает ответ. Первая глава, 3 стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Также апостол Павел в послании римлянам в 5 главе 3 стих, он тоже такое слово говорит, зная, что от скорби происходит терпение. И в послании евреям 10 главе 36 стих, терпение нужно вам, чтобы вы, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Мы видим ясное понимание апостолов, и они передают это живое слово, что, зная, для чего оно нужно, терпение нам, для чего вот скорби приходят. Конечно, вот это терпение необходимо нам в христианской жизни, проходя этот земной путь и ожидая нашего Господа Иисуса Христа. Итак, терпение нужно нам до встречи с Господом. И, естественно, в нашей жизни до конца дней наших будут страдания, переживания, где-то ободрение, укрепление, но они будут до конца дней наших. Тема, которую хотел бы предложить, братья и сестры, сегодня – будьте долготерпеливы. Об этом говорит Иаков. Я хотел бы посмотреть всего лишь на три таких важных момента, три истины, которые говорит нам этот текст. Нам терпение нужно к обстоятельствам жизни. Второе – это терпение нужно друг к другу и другим. И последнее – нам нужно сохранить терпение до дня пришествия Господа Иисуса Христа. И мы немножко посмотрим на тексты Священного Писания и закончим молитвой. Интересно, терпение, определение – это спокойное перенесение боли – беды, скорби, несчастья в собственной жизни. Или другое – сдержанное ожидание благоприятного, ожидание благоприятного результата. Братья и сестры, красивое оформление и красивые слова. Но в жизни оно случается как-то по-другому. Когда мы сталкиваемся со страданиями, мы на коленях порой плачем и молимся, чтобы Господь дал нам силы перенести все это. И то сдержанное ожидание, о котором говорится, о таком оформлении, порой мы даже говорим, Господи, почему ты не слышишь меня? Мы торопим Господа, чтобы дал ответ. И вот самое первое, мы посмотрим терпение к обстоятельствам жизни. Иван Ли от Матфея, 24 главе, 31 стих, на горе Елеонской ученики наедине спросили, какой признак твоего пришествия? И там Иисус Христос начинает перечислять. Он называет разрушение храма, прельщение многих, и многие прельстятся, услышат о войнах, военные слухи, будут войны, восстанет народ на народ, глады, моры, землетрясения, будут предавать нам учения, будете ненавидимы за имя Мое. Но интересно, там дальше Иисус Христос говорит, не ужасайтесь всему, всему надлежит быть. Там предостережение, вы молитесь и бодрствуйте. Это все придет, потому что надлежит исполниться Слову Божьему. И в этих событиях, о которых перечислено в Евангелии, и о которых сказал Иисус Христос, у меня возникает вопрос, как проходить вот эти события. Ведь у каждого из нас, когда мы сталкиваемся с этими событиями, меняются обстоятельства нашей жизни. Меняется обыкновенный уклад жизни, когда у нас что-то было благополучно, ну, например, болезнь. Нас не касалось это. Мы жили, и порой, порой благополучно жили, но вот болезнь приходит. И меняются обстоятельства жизни. Начинают болеть дети, мы болеем, или еще какое-то переживание приходит. Событие, могущее повлиять на что-то, это изменение обстоятельств. И в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, мне хотелось бы привести вот цепь событий, когда в Писании говорится о изменениях обстоятельства жизни церквей. И вот <как> Иисус Христос предостерегал и говорил, изгонят вас из синагог, наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Об этом услышали ученики еще до рождения церкви. Но когда церковь образовалась в Иерусалиме, Иаков Пресвитер, его еще называли Иаков Праведный, один из первых пресвитеров в Иерусалиме, был умершлен. Деяния апостола, мы читаем, после смерти Стефана происходит гонение на церковь в Иерусалиме. И все в Иерусалиме, кроме апостолов, рассеялись по разным местам. Дальше мы читаем Деяния апостола в 9 главе. Савл, дыша угрозами и убийством, идет в Дамаск, чтобы вязать христиан и опять же их влечь в темницы но встречает Господа, встречает Господа и обращает Господь его к себе. Господь посылает Ананию к Салу. Он говорит, он теперь молится, и он избранный сосуд. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Почему я привожу эти примеры, эта история, библейские эти примеры, это цепь событий и обстоятельства жизни, которые менялись. Обстоятельства, события, могущие повлиять на что-то. И вот смерть Стефана, гонение церкви, обращение Павла. А в следующей главе, в 9 главе, 31 стих мы читаем, церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии, были в покое, назидаясь, ходя в страхе Господнем, умножались. Вот цепь событий, и когда обстоятельства вдруг внезапно меняются. Но кому-то нужно было в этих обстоятельствах претерпеть, чтобы обратился апостол Павел. Кому-то нужно было пострадать до смерти, как Стефан или как Иаков, но мы дальше видим, что церковь продолжает существовать. Она набирается страха Господня. Она входит путями Господними и умножается. Умножается, прилагает Господь все новых и новых братьев и сестер. И как-то вспоминаю, год назад я обращался с молитвой к церкви за одного брата, он возвращался с молодежной, по-моему, конференции, и сильный туман, э, он попадает в аварию в районе Подхарькова, по-моему. Сильно э, машина не подлежит даже ремонту, его оттуда извлекли, но он потерял сознание и находился в коме долгое время. И когда оповестили братья и сестры, ну вот молиться, родные и близкие собрались, он не приходил в себя. День за днем спрашивали, что же, как этот брат. Ну, вот говорили, что никаких признаков, чтобы он пришел в себя. Находится в больнице. Но пошло время, когда вся семья на коленях стояла, братья и сестры молились. И вот пишет в этом сообщении, что он пришел в себя, открыл глаза. А потом понемногу начали проходить другой этап, чтобы ему хотя бы подняться, потому что сильно было, и прооперировали его, и травмы сильные были. Как он начал ходить потихонечку? Потом через время прошло, как уже засняли такой ролик, как он выписали его из больницы и под руки ведут, а он со слезами благодарит братьев и сестер за молитвы, но самое большее благодарит Господа, что Бог вот повел таким путем, а в этот период, пока на коленях стояло, стояли братья и сестры и родные и близкие, обратился его сын к Господу, который долго э, не принимал Господа. Цепь событий и обстоятельства жизни, не всегда понимаемые, почему так или иначе случается. Но за всем этим есть план Господень, когда Господь действует своей рукой и подводит одного или другого к спасению. И вот об этих событиях, которые мы увидели, вот первое, о чем я сказал, терпение к обстоятельствам жизни. Не спешите сетовать на Господа, когда в вашей жизни приходит какое-то переживание, скорбь, и в нашем сердце всегда возмущение. Господи, почему ты молчишь? почему не избавляешь меня от этого? Дождитесь конца, проявите терпение. Вы увидите непременно, почему так Господь допустил. Второе, терпение друг к другу, об этом говорит Иаков. Не сетуйте, то есть жалоба, не сетуйте, братья, друг на друга. Вот, естественно, когда приходят трудности или переживания, происходит сетование даже друг на друга, когда мы начинаем винить то одного, то другого в своих, как говорится, бедах или в тех измененных обстоятельствах. У нас какая-то горечь или обида появляется. Вот если бы этот человек это не сделал, то не произошло бы это. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, 4 стих, сказал такие слова. «Но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствии, в тесных обстоятельствах, вследствие трудных обстоятельствах, вот, которые происходят, мы можем действительно высказывать вот эту горечь на другого человека. И можем обвинять и сетовать друг на друга. Но Павел, но а Иаков, апостол Иаков говорит, чтобы мы не делали этого. Судья стоит у дверей. Он, Судья, видит, сердцевидит всех нас. И если что-то допустил, Он же и рассудит. Ощущение вот горечи и обиды в наших сердцах, мы должны избавиться от этого. Потому что Павел об этом и говорит, чтобы иметь вот это терпение, долготерпение. Кстати, в Слове Божьем написано, что долготерпеливый лучше храброго. Поистине, вот важное такое качество, когда нам необходимо в нашей христианской жизни. Один пример из Библии. Апостол Павел с Варнавой собирается посетить братьев. Опять их посетить те церкви, которые они уже посещали. И вот Варнава собирается взять с собой Марка. Помните ту ситуацию. Апостол Павел не хотел брать, потому что однажды Марк их оставил в путешествии. И произошло у них между друг другом огорчение. И Павел идет силой, а Варнава, о котором сказано, муж добрый, я думаю, что он был еще очень долготерпеливый, все-таки берет с собой Марка. Но проходит время, они, казалось, разлучились. Каждый начал делать, продолжать то дело. Проходит время, Павел пишет Тимофею, и во втором послании и пишет, говорит, Марка возьми и приведи с собой, ибо он не нужен для служения. Варнава проявил долготерпение к Марку и не оставил его, а пошел с ним. И впоследствии мы читаем, что Павел все-таки использует его для служения. Но сколько у нас в нашей жизни бывает таких моментов, когда у нас происходит вот это друг с другом конфликты, и казалось, какие-то обстоятельства неважные пришли в нашу жизнь, а может даже и важные были, но мы начинаем сетовать друг на друга, высказываем горечь, обиду. И я вспоминаю один пример, как два хороших брата друга трудились в одном поселке, ездили евангелизировали, но что-то произошло, что-то между ними, что они обиделись друг на друга и уже вместе не хотели трудиться. На долгие годы разлучились друг с другом. И не могли, и только когда одного встретишь, тот высказывает жалобу, другого встретишь, что свою правоту доказывает. И вот это осетование друг на друга, оно растянулось на эти неопределенное время, до тех пор, пока другой брат не заболел онкологией, и тот уже побежал к нему, говорит, прости, брат, вот так вот мы с тобой поссорились, а даже не из-за чего такого. Не сетуйте друг на друга, об этом говорит Иаков, и чтобы мы имели долготерпение друг к другу. Судья стоит у дверей, пришествие Господне приближается. Последнее, о чем хотелось сказать, это третье. Нам нужно сохранить это терпение. Видя все эти обстоятельства жизни, видя, как избывается Слово Божие, мы видим, что наше терпение, оно подвергается испытанию. И наша вера подвергается испытанию. Какой же выход из того, чтобы напрячься, стиснуть зубы и сказать, Господи, я буду терпеть? Нам предлагает Слово Божие, посмотрите на Иова, один из первых страдальцев Ветхого, Ветхого Завета. Мы читаем, как он действительно проходил те трудные времена. И там сказано слово, что Бог весьма милосерд и сострадателен. Обязательно посмотрите на конец вот жизни Иова. Второе, о чем хотелось бы сказать, на что нужно всегда смотреть в своей жизни, когда мы проходим эти трудности, имея терпение, посмотрите на Господа Иисуса Христа. Мы много раз цитируем этот текст «Помыслите о претерпевшем», такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими. Начните размышлять, и Слово Божье говорит, чтобы мы почаще думали о Господе нашем Иисусе Христе. Ведь Он, придя во плоти на эту землю, какие страдания перенес. В старом городе Иерусалима есть улица Виодолороса, она так и переводится, путь скорби или путь страданий. Вот если трудно тебе, брат, сестра, подумай об этом. Открой еще раз Священное Писание и прочитай Евангелие, там, где идет этот путь скорби, которым проходит Господь наш Иисус Христос. И последнее, о чем хотелось сказать, когда мы мыслим, и нам тяжело, вот, чтобы укрепить наше долготерпение, во втором послании Петра мы читаем в третьей главе о нашем Боге. Не медлит господь 9 стих 2, 2 послание петра 3 глава 9 стих не медлит господь исполнением обетования как некоторые почитают то медлением но долготерпит нас не желая чтобы кто погиб чтобы все пришли к покаянию А здесь мы видим долготерпение нашего бога продлевает еще милость для тех которые еще не приняли его в свое сердце. Он долготерпеливый и многомилостив. Вот такие истины хотелось бы сегодня предложить для всех нас. Если будет печаль и болезни и скорбь, если в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори: все от Бога нам грешным дается. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно приблизится старость. Но всегда ты тверди и всегда говори, слава Богу, за скорбь и за радость. Иаков говорит, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, пришествие Господне приближается. Аминь, братья и сестры, помолимся.